тут можно сказать? Какое? Согласна! Отдел, значит, согласна. Вот ты тоже, а? Водил меня, водил. Идем. Солнышко, а сейчас что произошло? Все нормально. Потому что она будет говорить, что да, сделал предложение. Банда целая. Где ты всех собрал? Еще и потом. Конечно, у нас это профессионально. В салоне? Куда он ехал? Я же говорю, нормально. Как тебе сказали? Поздравляем! Спасибо! Привет! Я думаю, что он меня весь день ходит. Поздравляю! Как все думаешь? А? Спасибо! Я, ну что, я на работе, нет? Потому что я сейчас в больнице. Ты в больнице? Хорошо. Я в шоке до сих пор. Я сам. Так убеждать надо. Теперь спокойно можете погулять. Ну да. Вот они, кто еще здесь. Ну еще бы. Как же без них. Смотри, ну что он напевал. Макс, ты ж за себя. Не ожидала такого подвоха. Спасибо. Все, поздравляю. Спасибо. Поздравляем. Привет. А ты что в такой рубашке? Спасибо. Спасибо большое всем. Мне много. А я пойду еще чуть-чуть. Просто у меня машина тут стоит. А я ее несколько раз приезжаю. Слышишь, что сейчас? Все, давайте. Давай. Анастасия Викторовна, электрон. Всем спасибо. Всем до свидания. Все, молодежь, давайте счастливенько. Давай, машина. Молодец. Мы сели на выходном, сейчас пойдем на пенсию за вас. Братан, Тагил!